были. Экипаж тяжелого атомно-ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» по большому сбору частей военно-морского флота построен командир Русуханов. Профессиональный праздник военных моряков, День военно-морского флота. В этот день мы с любовью и законной гордостью чествуем ветеранов флота, работников судостроительной промышленности и судоремонтных предприятий. Всех, кто своим неутомимым трудом укрепляет морское могущество России. Россия – великая держава. И для защиты ее национальных интересов нужен сильный и современный флот. Он всегда был важным инструментом во внешней политике страны. На протяжении всей своей более чем 300-летней истории флот верно служил и служит своему народу и отечеству. Доблестью и славой военно-морского флота овеяны многие исторические события России. Благодарной памяти народа никогда не померкнет слава о победах отечественного флота в устье Невы, у Гангута и под Чесвой, у острова Тендра и мыса Калиакрия, у Афона и Наварина. Русские моряки успешно штурмовали с моря крепость Корфу. Открыли себя моряки в годы Великой Отечественной войны. С первого дня и до последнего залпа по Берлину военно-морской флот непрерывно вел активные боевые действия на морях, озерах и реках. Участвовал во всех оборонительных и наступательных операциях на приморских направлениях. Военные моряки участвовали в героической обороне Лейба и Таллина, полуострова Ханка и Маазунских островов, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Северного Кавказа и Заполярья. Флоты и флотилии уничтожили в годы войны более 2500 боевых кораблей, вспомогательных судов и транспортов противника. Обеспечили перевозку по водным путям около 10 миллионов человек и более 100 миллионов тонн грузов. Немало ярких страниц героическую историю Родины и флота писал Северный флот, громивший врага на земле, в воздухе, на море и под водой. За годы войны североморцы уничтожили и повредили более 600 кораблей и судов противника, сбили более 1300 самолетов, истребили десятки тысяч вражеских солдат и офицеров. Силами флота, которая поддерживает стабильность морских направлений, хорошими результатами в боевой учебе, высоким качеством боевой подготовки, встречают День военно-морского флота многие воинские коллективы. Успешно выполнил ракетную стрельбу баллистической ракетой экипаж ракетного подводного крейсера.
еще раз послать на вашем корабле и от всей души, от администрации области, от всего населения нашей Мурманской области поздравить вас с этим великим праздником. Нашему флоту уже 300, Северному флоту пока поменьше, но мы свято будем чтить тех, кто в далеком 30-летнем организовал этот флот, за годы Великой Отечественной войны ковал его славу, и кто сейчас укрепляет мощь нашего флота, несмотря на все трудности и неурядицы. Сегодня со мной на вашем корабле, дорогие нахимовцы, шефы, гости из Курска и Карелии. Помни, такая всероссийская ассоциация уже создана. И мы уверены, что теперь помощь нашему флоту будет еще более эффективной. Вместе, главное, завали на Североморце, но вместе вы, государство и регион. Так, все, складывайте концы.